У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Писал Маяковский. Именно для того, чтобы помочь определиться с будущей профессией, люберецких старшеклассников пригласили в университет МВД России имени Кикотя. Полицейские рассказали о порядке и условиях поступления в 2023 году и особенностях вступительных испытаний и обучения. Школьникам провели экскурсию по университету. Показали учебные классы, познакомили с профессиями, которые можно здесь получить. Многих старшеклассников заинтересовала служба в правоохранительных органах.